Администрация Кумертау выставила на торги 10% доли в уставном капитале местной теплоэлектроцентрали. Начальная цена продажи установлена на уровне 300 тысяч рублей. Шаг аукциона – 15 тысяч. Торги назначены на 17 мая. К документам аукциона приложено разрешение Совета города на отчуждение доли в ТЭЦ. Причины решения о продаже не уточняются. Вот мэр Кумертау Олег Фролов в разговоре с РБК Уфа отметил, что продажа муниципальной доли не приведет к каким-либо изменениям для потребителей. Напомню, ТЭЦ в Кумертау – единственная в Башкортостане и ПФО, которая может работать в том числе на угле. Устаревшее оборудование и инфраструктура, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, необходимость постоянного ремонта на выходе увеличивают себестоимость производимой электроэнергии и тепла. При этом тарифы на коммунальные услуги для жителей Кумертау – одни из самых низких в регионе. И станция в последнее время работает в убыток. Ранее предприятие посетил Андрей Назаров. Премьер-министр отметил, что централь жизненно необходима для города и нужно искать возможности для снижения расходов на ее эксплуатацию и содержание. Рабочую группу по выходу из кризиса предприятия возглавил первый вице-премьер Рустам Муратов.